Вышли мы из музея, Национального музея Дель Прадо, вот памятник Гоя, напротив входа Гоя в музей Дель Прадо. Пару слов о музее. Самый большой минус, что в нем нельзя снимать. То, что я наснимал украдкой, это, конечно же, не то, чего я хотел. Вот, музей очень большой и очень крутой. Коллекции Тинторетто, Рубенса, того же Гои, Эль Греко, Тициана, Караваджо. Огромная коллекция Эль Греко, я столько не видел картин. И сразу его стиль можно выделить. И, в общем-то, он был в коллекции Сальвадора Дали. Просто мы сейчас под впечатлением музея Сальвадора Дали. И вот, посмотрев картину Иеронима Босха «Сад земных наслаждений», конечно же, понимаешь, почему Дали был, в общем-то, им тоже вдохновлен. И, кстати, тот же Брейгель был вдохновлен им. Мне кажется, что Иероним Босх, его можно считать реально праотцом, блин, сюрреализма, потому что на этой картине можно просто одуреть, откуда в 1400-м каком-то году вот такие вот образы рождались в голове Босха, и как это все он, блин, потом воплощал в картинах. И теперь можно понять, вот почему Дали настолько им, ну, я думаю, нигде это не сказано, мне кажется, он очень им вдохновился. Вот. Так что здоровский музей, все очень здорово. Минус один, нельзя снимать. И второй минус, вот забыл про него сказать, вот это очередь в музей. Мы купили на официальном сайте абонемент в 3 музея за 64 евро. Музей Королевы Софии и еще Тиссен что-то, забыл. Вот, и включая музей Дель Прадо. И когда мы пришли показать его в электронном виде, нам сказали, нет, нужно прийти, отстоять очередь общую, где люди берут билеты, и тогда его меняют тебе на бумажный билет с QR-кодом. В чем смысл, вообще непонятно, зачем тогда брать онлайн-билет, чтобы потом стоять в очереди. Нам повезло, мы стояли минут 10, но если здесь будет огромная очередина, то вообще нет смысла покупать билет онлайн. Вот такой вот идиотизм, по крайней мере, в музеях Мадрида. В музее Сальвадора Дали мы показали свой билет электронный и попали на то время, которое было в нем указано. Все, не нужно стоять в очереди в кассу. В общем, вот такие вот метаморфозы. Очень здорово. Погода, музей Дель Прадо. И, конечно же, мы сегодня начали свое прикосновение к прекрасному в первом музее. И второй день в Мадриде. И вот на выходе из музея Дель Прадо вот такой вот рыночек репродукции на канвасе. И я купил... Не удалось заснять картину «Сад земных наслаждений» Босха, потому что мне она очень понравилась, и понятно. Я уже про нее говорил. Я думаю, Дали черпал в ней много идей. Вот, и вот здесь вот можно купить картины репродукции на канвасе. Я купил одну картину Пабло Пикассо и «Сад земных наслаждений» общей стоимостью за 100 евро. И это очень-очень здорово. Уже третье приобретение в этой поездке. И, конечно, это очень круто. Невероятный город Мадрид. У нас еще 2 музея, много церквей, много прогулок. Впереди фонтанчик. Настроение отличное и впечатлений очень много. Очень здорово.